вами я, Светлана Та. Кто со мной не знаком, заходите ко мне на канал, познакомьтесь. У меня на канале вы увидите мою повседневную жизнь, мои путешествия. Я вам расскажу и покажу о Мерсине и о многом-многом другом, а также и о турецкой кухне, и о грузинской кухне, о русской кухне. Смотрите, кто у меня в гостях. Вот эта птичка поселилась несколько дней. Я кормлю ее пшеном, и, в общем, она живет с нами вместе. Друзья мои, я нахожусь на балкончике своем. Жара в тени 36-38, такая влажность, что очень жарко, дышать даже тяжело, и руки постоянно вот нужно мыть. Такое чувство, что они почему-то грязные. И это так происходит у всех. Так вот, мои хорошие, сегодня на ужин я приготовлю салат, когда жарко, и летом в основном турки, но и мой муж предпочитает все отварное, такое меньше жира, меньше томатной пасты. Так вот, я сегодня решила приготовить ему такой салат. Смотрите дальше. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Салат называется по-турецки «патетесли салата». То есть вы сами увидите, что входит туда. По-русски называется «салат из картошки». Обычный такой легкий приготовление, поэтому я рекомендую вам использовать мой рецепт. И не забывайте подписываться на мой канал, кто еще со мной не знаком. А также ставьте лайки и пишите комментарии. И, пожалуйста, просматривайте, ну, хотя бы до конца. Для приготовления салата необходимо 2 отварных яйца. И 3 картошки целиком нужно отварить в подсоленной воде. Также вам понадобится 1/2 луковицы и петрушка. Отварные яйца мелко нарезать, луковицу тоже мелко нарезать, петрушку мелко порубить. Так как такой салат кушают в горячем виде, то горячую картошку нарезать мелкими кубиками. Помешать с яйцами, луком, петрушкой, посолить, добавить растительное масло, перец, все перемешать. Готово! Сейчас я приготовлю и второй салат с огурцов, помидора. Для этого мне понадобится, друзья мои, смотрите, вот такой батлиджан. Я его сверху на газе пожарила, сняла кожу, положила сначала в целлофановый пакет, сняла кожу и вот приготовила. И рока у меня, видите, один огурчик, салатанлык по-турецки, по-русски огурец, перец и петрушка, и долька чеснока. Это все я сейчас порежу. Так как салат с картошкой подается в горячем виде, то этот салат очень подойдет к салату с картошкой. Все мелко измельчить, порубить. Руку немножко покрупнее порезать. Раздавить дольку лимона. Поперчить, посолить, добавить растительное масло. Салат готов. Вот я сделала такой салат по-татесли с картошкой. Это синенький, другой хлеб. Они любят ломать, так что подавать целиком. И сделала айран. Ну, а я поем арбуз и фрукты. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, что досмотрели меня до конца. Ну, а если вам интересно о турецкой жизни и чем занимаемся мы здесь, турецкие жены, смотрите, заходите в гости ко мне на канал. Пока-пока! Друзья мои, ну как мне снять вот такую красоту? Скажите, пожалуйста. Знаю, что все снимают подряд, все, у всех есть такие цветочки в разных странах, в разных городах. Как пройти мимо и не снять?